Привет, Фред, как тебе дама, как титянский? Привет, спасибо, значит, заценим. Команда слышно, конечно, что уже такая робкая. Гладильщики. Эй! Ну, как бы, блин, тянские, по-моему, неплохие, но на лицо мне такая дама нравится. Обычно прям классика, там обсуждали, что вокалист очень часто начинает не в тональность, а потом буквально несколько секунд и все, и дальше настраивается. Ну, я не знаю, вот неужели это звук с пульта? Мне что-то кажется, как будто все равно это перезаписано. Титянский хорош, это где-то 4-5 титянский, но неизвестно, как бы, самопал это или натуралыч. Вот это проблема. Если по такому одеянию не поймешь. Не, чека нормально валит, да, прикольно. То есть просто нет супер каких-то эмоций безумных, но так, да, вполне себе технично валит. Я опять же говорю, что для Чик Ария — это идеальная команда, потому что они будут петь легко, все остальные будут усираться, беркуты будут просто «Твой дом стал для тебя тюрьмой!» Вот это вот, а чики будут валить прямо на расслабоне. Поэтому прикольно. Что-нибудь есть еще у них на канале? Отрываясь от земли. Это типа этот... Дем... Бля, вот, кстати, там, по-моему, проскочили, да? Что-то сейчас. А, я понял, кто это. Это, короче, да, точно. Это мы с вами пялимся на жену вот этого... Как его зовут, чел? Блять, как его зовут, я забыл. Александр какой-то, который неплохо так играет. Я забыл, как его зовут. Да, точно, вот все стало понятно. Да, все понятно. Прикольно. Не, ну нормально валит, да. Тоже как бы, ну, вполне себе, вполне неплохо.